Рассказывай. Ну, я ходила на Советской после Дня города, на следующий день. Было 8 часов утра. А что ты там ходила 8 часов? Ну, неважно, 8 часов. Неважно, да. Да, неважно. Еще никто не успел поубирать там, и везде бутылки, пиво, водки, мусор. Вообще, это было... Я такой первый раз увидела. Вообще ужасно. Платье.